Что такое Китай? Китай – это рынок. Огромный и до конца ненасыщенный рынок. Рынок товаров, но не только. В том числе и рынок идеологии, рынок для религии. Поэтому поездка Кирилла, его активная мессианская деятельность в Китае, она неудивительна. Я думаю, что Русская Православная Церковь, ее архиерейство, да, руководство полагает, что Китай – это та зона, тот материк, на котором может быть создано новое поле православия. В принципе, за нового верующего, за нового прихожанина борются многие религии, и в том числе религии христианские. Это естественный, логичный шаг. Там много потенциальных верующих. А Кирилл – хороший проповедник, очень известный богослов. Одним словом, как раз тот человек, который, как сказал, как сказано, да, ловец душ. Вот, так что он поехал туда, куда нужно, и вовремя. Я думаю, что в случае системных усилий Русской Православной Церкви по усилению, по увеличению количества прихожан и своего влияния в Китае, эта миссия может в перспективе, во всяком случае, дать серьезный результат.